На местности видно, что часть того, что мы наблюдаем, находится на земельном участке, который предоставлен в рамках реализации федерального закона о дальневосточном гектаре. И часть этого, ну, выборки происходила на землях лесного фонда, которые являются федеральной собственностью и которые не предоставлялись. А, то есть это не гектар, это просто кто-то взял здесь и в свое удовольствие поработал безнаказанно. Получается так? Ну, если говорить по-простому, да. Какие действия будете предпринимать? Администрация не уполномочена на распоряжение федеральной собственностью. И, к сожалению, единственное, что мы можем сделать, это сигнализировать уполномоченный орган агентства лесного и охотничьего хозяйства, что на землях лесного фонда происходит незаконная выборка грунта. Как вы считаете, кто эту выборку грунта производил? К сожалению, не могу сказать, так как... Нет, у меня нету ни фото, ни видеоматериалов, и, соответственно, в данный момент никто данное мероприятие не производит. Но мы находимся на границе участка. Кому принадлежит этот участок? Данный участок предоставлен гражданину. Какому гражданину? Ну, физическому лицу, я не могу разглашать персональные данные. Но почему? Потому что, скорее всего, этот гражданин и занимался выемкой этого участка. Ну, у нас правое государство, я не могу делать такие выводы, извините. В правовом государстве нужно наказывать за подобное, как вы считаете? Наказывать нужно, но в рамках правового поля. Спасибо большое.